Словно нехотя от нас уходит лето. Тихо, маленькими шагами подкрадывается осень. А совсем недавно в районе шла битва за урожай озимых зерновых, овощей и фруктов. К уборке подсолнечника сельхозтоваропроизводители района приступили еще 2 недели назад. Также и к сбору столовых сортов винограда. Подсолнечник в районе занимает площадь без малого 6 тысяч гектаров. В эти дни мы совместно со специалистами управления сельского хозяйства Расулом Хасаевым и Асламбеком Атаевым побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве КФХ Крым-Султанов, селение Хамовьют, где в эти дни приступили к уборке подсолнечника, который здесь занимает площадь 140 гектаров. Само поле, где идет уборка, располагается вблизи федеральной трассы Махачкала-Грозный. Правда, фермера Жафара Крымсултанова мы не застали здесь. Хозяйство большое. Помимо этого поля у фермера еще и кукуруза на 200 гектарах и однолетняя трава, так что везде надо успевать. На поле работало 3 комбайна, и по словам комбайнера Абдулкадыра Сасакова, все 3 привлеченные со стороны. 2 комбайна из селения Тукчар Новолакского района, ну а сам Абдулкадыр из селения Аксай. Как рассказал Абдулкадыр Сасаков, к уборке приступили 2 дня назад. Участок тоже сложный, очень толстые и высокие стебли. Но мы постараемся по мере возможности убрать с минимальными потерями, говорит Сасаков. С 3 комбайнами с этой задачей можно справиться за короткое время, говорит механизатор, если, конечно, не подведет техника и позволят погодные условия.